Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом коротком видео мы труханем два раза снежный шарик. Интересно, что оттуда упадет. Как вы знаете, огромное количество машин в этом шарике спрятано. Может быть все что угодно, начиная от десяток и заканчивая даже семерками. Но в любом случае, есть те машины, которых у меня в коллекции нет, а есть те тачки, которые у меня в коллекции присутствуют. Причем огромное количество машин уже стоят у меня в ангаре, а значит потенциально я получу компенсацию в виде золота. Ну что, ребят, давайте попытаемся достать ту машину, которой у меня нет. Ну а если будет, тогда я знаю, куда эту голду потрачу. Я потрачу ее на новогоднем аукционе для того, чтобы приобрести себе те машинки, которых у меня не было и которые я хочу. Итак, с первого шара что нам выпадает? Ну, давай, красоту нам! Красоту какую-нибудь 10 уровня, пожалуйста! Ну давай, давай! Десятка! Бабамц! Нет, Дракула. И Дракула был у меня в коллекции, что меня не сильно радует. С другой стороны, получаю компенсацию, но не такую же большую. Ладно, забираем Дракулу и давайте попытаемся достать что-нибудь более годное, более интересное. Ну давай. Это явно моя последняя возможность со снежными шарами. Давай что-нибудь хорошее. Объект 752. Просто супер. Просто балдеж. Реально, реально опупенно, одуренно, чумовая, чумовая история произошла со мной новогодняя. Сейчас объясню почему. Дело в том, что данная машина входила в перечень тех танков, которые я ждал на новогоднем аукционе и хотел себе его покупать за золото. Я считаю, что машина очень классная, очень годная, и рекомендую вам присмотреться к ней получше, если вдруг на аукционе она все-таки появится. А я думаю, что она должна появиться. Ну а что касается моей истории с Дракулой, то, как я уже говорил, Дракула у меня в коллекции был, поэтому я получаю компенсацию 5000 голды. Вот такая вот история с моими попытками достать десятки. Да, пускай десятки не получил, но получил минимум одну машину, которой у меня не было. Ну и плюс за те 5 голды, которые я получил в виде компенсации, однозначно куплю себе какую-нибудь другую тачку, которой себя порадую. Чего и вам желаю. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира, фарта и обязательно спокойствия. Пока-пока.